Воспитанников детского сада «Светофорик» будут учить правильно чистить зубы. В дошкольном учреждении заработал кабинет профилактики полости рта. Такая практика в Московской области применяется впервые. На торжественном открытии кабинета побывала наша съемочная группа. Покажи, пожалуйста, как ты почистила зубки. Покажи, открой ротик. Вот, посмотри, у тебя зубки немножечко, да, окрасились красный цвет. И язычок, покажи, как язычок окрасился. Значит, где-то в полости рта еще остались бактерии. А как сделать, чтобы бактерии исчезли, покажут и научат прямо здесь. Теперь в расписании этих малышей еще одно занятие – гигиена полости рта. Правильно ухаживать за зубами будут учить воспитатели, а врачи периодически проводить профосмотры. Уникальный этот проект, потому что это на базе детского садика было создано. И самое главное, что это не требует дополнительного медицинского лицензирования. Это тесное взаимодействие медицины и образования дало возможность организовать этот кабинет. Это первый проект, такой пилотный проект. И их опыт, конечно, мы будем тиражировать и множить по всей Московской области. Этот маленький кабинет выполняет еще одну важную функцию. С помощью него дети самого раннего возраста привыкнут к посещению стоматолога и не будут бояться этих визитов. Думаю, что открытие проекта в детском садике 18 «Светофорик» положит начало открытию таких же кабинетов во всех других наших детских садах и школах. Надеемся, что в связи с открытием такого замечательного кабинета мы будем только радоваться здоровью наших деток и ни в коем случае не будут их омрачать зубные болезни. Взрослые не все умеют правильно чистить зубы. Вот. Мы решили, что вы, дети, будете учиться у нас, у воспитателей, то есть у нас, у стоматологов, потому что мы-то знаем, как правильно бороться с зубными монстрами, да? А потом вы будете помогать своим родителям. И своим родителям рассказывать о том, что стоматический кабинет не страшный. Зубы необходимо беречь с молоду. Теперь с помощью этого кабинета воспитанники 18-го детского сада точно узнают путь к красивой и здоровой улыбке. Луиза Егиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.